Другой закон вступил в действие только вчера, однако уже сердечно обидел многих. Итак, Онежская и Виват Победа подорожали с 9-10 до 16-17 тысяч рублей. Корелочка в среднем стоит 14, брусничка 15-17, а клюковка до 24. Из привозного сильнее всего пострадала водка, махнула в два раза. Впрочем, все остальное тоже поднялось, от бренди до пива. Последние дни накануне подорожания были отмечены рекордной выручкой в магазинах, брали ящиками. Первые дни после напоминают засуху. Какой-то баланс вскоре образуется, но все равно не очень понятно. Если из одного пустого кармана класть деньги в другой пустой, то откуда в бюджете возьмутся лишние гроши?